Добрый день, хотим вам представить кресло-коляску Инвакар Бора. Максимальная скорость данной модели составляет 10 км в час. Коляска выпущена в 2019 году, то есть она свежая. Аккумулятор также 2019 года. Коляска оборудована амортизационными стойками. Также можно регулировать коляску, к сожалению, только механически, но кому-то это очень важно. Вот находится градусность спинки. Здесь откручивается шестигранничка, и совокойно все регулируется, соответственно, потом все прикручивается обратно. Есть фонари как задние, так и передние. Коляска очень мягкая, шустрая. Подходит для как активных людей, так и, в принципе, для перемещения в квартире, так как она сама по себе не очень габаритная. Вот так выглядит пульт. Ну, все как-то стандартно. Кролик быстрее, черепашка едем медленнее. Аварийный сигнал, свет. Звук. Присутствуют антиопрокидыватели. Кармашек в задней части спинки коляски. Сейчас мы замерим общую ширину коляски. Общая ширина коляски, давайте возьмем запасом чуть-чуть, это будет 61,5 сантиметров. Что касается глубины сидения, глубина сидения до скоса подушки составляет 46,5 сантиметров, и полная длина подушки составляет 51,5 сантиметра. По ширине 43 сантиметра, но здесь присутствует регулировка, то есть можно увеличить ширину сидячей поверхности за счет раздвижных подлокотников. Высота спинки 47 сантиметров по мягкой поверхности. Также у данной модели коляски присутствует регулировка опрокидывания сиденья, то есть можно регулировать, и сиденье закидывается назад. Оно механическое, не электрическое, стандартная простая комплектация. Фонарики можно выдвинуть при желании, ну и также если где-то узкие какие-то проемы, можно их сложить, чтобы они не занимали и не съедали пространство. Коляска шустрая, маневренная. Коляска достаточно комфортная за счет амортизации. Ну, естественно, если мы будем лететь на полной скорости по большим кочкам, то все будет отдаваться непосредственно в позвоночник. Как бы и мне-то ходячему не очень приятно на полной скорости было проезжать вот те ямки. Если ехать умеренно, в принципе, она съедает тренировки, амортизация отрабатывает. Ну, конечно, скорость 10 км в час, это прям... Волосы назад. Да, волосы назад. Так что приезжайте, катайтесь, смотрите, подбирайте. Поможем всегда с выбором. Колясочка в наличии, колясочка новая, абсолютно. Всем спасибо за внимание, инвалидные коляски. Выражает вам благодарность за просмотр этого видео. Будем вас ждать в гости. Всего доброго. До свидания. На взлет!